Секретарь Совбез Армении дал интервью, где заверил, что Армения готова подписать мирный договор хоть сейчас. Это вообще отличительная черта сегодняшней внешней политики страны камней и хвостохранилищ. Утверждать, что мирный договор – это плевое дело, и подписание его займет от силы пару дней. Мы тактично умолчим о том, что именно резвые армянские парни держали у себя последние правки соглашения с 11 сентября аж до 22 ноября. Григорян также заверил, что качественное, по его словам, французское оружие Армении нужно для защиты, внимания, демократии. Но и этим армянский юморист не ограничился и посвятил целый пассаж пашиняновскому проекту «Тупик мира», который армяне продолжают упрямо называть «перекрестком», и рассказал об экономических перспективах использования этого извилистого маршрута. Что ж, Армения упрямо не желает обогащаться на открытии Зангезурского коридора, категорически протестуя против его контроля, как прописано в заявлении от 10 ноября ФСБ России. Узнаете? Это она, упомянутая выше демократия. По рецепту новых хозяев, когда жить демократам разрешают на хилые дотации и инвестиции, а самостоятельно хорошо зарабатывать? Не-не.